По словам грузчика Анарбека Супебекова, этот участок вокруг территории мэрии столицы и филармонии закреплен за отдельными работниками муниципального предприятия «Тазалык». Работу начали с 4 часов утра. После того, как уберем снег на нашей территории, приступим очищать от снега остановку. Снега на этот раз выпало много, где-то 30 сантиметров. С раннего утра дворники не успевали очищать от снега многие центральные улицы и бульвары столицы. Ну, конечно, трудно. Должно все почищено быть. Но я вижу, город уже очищают, дороги очищают. Но еще пока улицы нет. Да, центральная улица, но все завалено, невозможно ходить. Маршрутки едут медленно, дорога скользкая. Мы стараемся идти осторожнее, чтобы не упасть. По информации руководителей Тазалыка, из-за обильного снега дворники и техника не успевают очищать дороги и тротуары. По снегу у нас сейчас на линии 26 единиц техник работают. Это распределены по каждому району: Октябрьский, Свердловский, Первомайский и Ленинский район. И по ТБОИ, по санитарной чистке, общее число техник у нас 89 единиц техник работают. А именно из грузчиков 173 грузчика и около 700 дворников сейчас у нас на линии работают. На линии сотрудники работают с 6 часов утра. Снег сейчас обильно очень идет. Такого снега у нас, я помню, давно не было. Они свою работу в ближайшее время к 9-10 часам уже закончат. И будет свою работу продолжать до окончания снега. Работу начали с 2 часов ночи. Дважды расчищали и посыпали солью, но снег опять идет. Придется делать еще один рейс. Тем временем метеорологи прогнозируют солнечную погоду до 10 января. В ближайшие дни 5 по 9 января в горных районах ожидается снег, в зоне земледелия без осадков. Температура воздуха с 5 числа повышение, ожидается повышение до 50 градусов тепла. С 9 числа местами ожидается снег, температура воздуха понижается до дневной температуры до минус 7 градусов по Бишкеку. И 10-11 числа до 10-11 градусов. Обильный снегопад нес неудобства для бишкекчан. Тем временем коммунальные службы столицы пытаются навести порядок в Бишкеке. Усен Кульбаев, Туркамиль Асанов, Алатау 24.